поснимать на солнце. Ой, нет, не. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вас приветствует канал Лига Music Wars. Сегодня у нас 8 марта. Милые наши дамы, поздравляем вас с вашим международным праздником. Желаем вам счастья, любви, много разных вкусностей, побольше всяких разных мальчиков и побольше подарков. А теперь давайте от веселого к еще более веселому. Наше 8 марта нам порадовало обновлением. Обновлением игрушки. А тут у нас веселые подарки. Не ожидал, конечно, не ожидал, но подарки действительно хорошие. Максимизатор. Офигительная вещь. Покупки обязательно. Но желательно, если будет такой же дроп и падение, как на предыдущих подарках, то можно взять и попозже. Крионизатор. Крионизатор – офигительная вещь, считай, полностью приносит и обеспечивает вас крионитом. Последний раз был на Новый год в 2015 году. В то время, получается, я накопил крионита где-то 800, наверное, получается, только с него одного. Заваливает крионитом вообще по самые уши. Обязательно, чтобы был. Ну и самый мой ненавистный. Если честно, это первый питомец проапгрейженный, получается, до 20 уровня. До этого самый максимальный питомец был у нас плюс 18. Робокот теперь у нас обладает синергией, что позволяет ему сделать связь. Пока еще не видел. Посмотрю, может кто-нибудь выкучит из наших топов, гляну, что из себя эта штука представляет. Пока не представляю сам, как она работает даже. Самое интересное, что у меня этого робокота нет вообще. Я его когда-то, мне мешался, я его продал. Просто он мне на складе валялся. Вот, и думаю, что в этот раз я его брать не буду. Но питомец очень хороший в связи с новыми дополнениями, но на низких уровнях он роли не играет. То есть я думаю, выкачивать его, не выкачивать. Еще подумаю, потому что надо хотя бы часть звезд, но оставить на 9 мая. Там еще какая-нибудь плюшка выйдет, а у меня всего сотня рингтонов. Что я с этой сотней рингтонов буду делать? А сейчас я очень сильно хочу получить свой крионизатор, чтобы начать уже собирать крионит. Максимизатор я, скорее всего, буду брать на позже, но на неделе. То есть где-то на следующей, наверное. Может, на этой неделе буду брать. Ну, посмотрим, как пойдут по звездам. А пока давайте пооткрываем и посмотрим. Вот. Не хватило мне, конечно, немножко, то есть до выкупления всех подарков. 15 штук еще осталось. Ну, я думаю, еще оттуда, может, я вытащу что-нибудь. Ну, давай посмотрим. Только бы дроп был хороший. Ой, только бы дроп был хороший. Есть. Вот. Вот она радость. Вот такая вот. Стоит. Ну, еще хочу, еще. Сейчас скажет, фиг тебе. Не будет у тебя ничего. А, кстати, дроп заметили такой же фиговый. Блин. Как в прошлый раз. 30 подарков и ничего существенного, да? Да, согласен. Нифига. А, он зато 5 набрал. Блин. Ну, плюс 2 это несущественно. Так, итого получается с 20 подарков только 2 раза выпал. Это значит, следующий выпадет где-то на 40-м только, наверное, подарки. Ну, хочу я его купить еще один. Ну, давай еще один, еще один, ну, еще один. Да нафиг это... Неприятное ощущение, конечно. Давайте меня конфетами завалим и Грэмми. Итого,
Так, на небольшой этот. Получается, при открытии 33 подарков выпадает крионизатор. Максимально, то есть плюс первого уровня. Синтезирует 2 крионита 2 раза в день. Ну ладно, будем смотреть. Еще подарки надо оставшиеся докупать. Так, и получается, день 8 марта, может быть, еще и пройдет хорошо. Всем спасибо за просмотр. Пока. Подписывайтесь на канал. Будем ждать теперь новое обновление на 9 мая.